Оля, покажи, как ты орешек съел. Орешек кушает. Этот орешек такой вкусный. Я ему дала орешек. Он его кушает. Мне так нравятся орешки. Капец, он напугал меня. Вот, наш брендуля уже освоился, немного бегает по клетке. Конечно, так напугала ты меня, вот и бегаю. Ты чё такой шустрый и быстрый? Почему такой быстрый? Тряпочку я оставляла на середине, но он ее притащил ближе к домике, он сегодня спал на тряпочке, а не в домике. Потому что тряпочка мягкая. Чё ты там дрожишь, брундунка? Это я не дрожу, просто страшно мне было, как ты меня напугала. А сейчас я уже не боюсь. Ой, какая вкуснятина. А, ты смотришь на меня? Я стесняюсь так кушать. Ты не смотри на меня. Кушай. Кушай, кушай, вкусненько. Ну не смотри, я стесняюсь. Все, я не буду кушать, когда ты на меня смотришь.